начнем. О, вот теперь снимается. Так, это у нас Анфалас. Ну, правда, не подходящее поле боя, но все равно. Как раз мне все нормально. Орки мглистых гор забрели не на свою территорию. Ну вот сейчас попробуем их отсюда выгнать. А вот Эриадор сопротивляется. Правда, орки прут за собой невероятное число троллей. Сейчас будем троллить твоего. Не, спецспособности у Баларга нет. Жалко, я бы с удовольствием пометал огненные шары. Значит, мне Гэндальфа бы не хватило бы. Ну вот это, наверное, самое то, чтобы скомпенсировать. Правда, когда в море столкнулся с этим чудовищем, конечно, был сюрприз. Не знаю, когда я вот проходил, вот за Эриадор, напал на море, там появился этот Балрог. Я просто снял осаду, да и все. И он убежал там куда-то, и потом его через несколько ходов его делали. Не помню, кто, конечно, там. А чё? При повторной осаде он уже не появился, да? Нет, не появился, все. Как бы только один раз может появляться. Сморийцы просто увели его в своем направлении, решили использовать по назначению, кто-то другой его. Я не помню, или это я и вышел из поселения, его убил, или не помню, или эльфы их перебили, точно уже не помню. Угу. Ну что, мои тролли готовы. Дай им мясца. Сейчас. Ну, правда, конечно, выстраивайся. Может, ты там что-то сейчас какую-то коробочку интересную устраиваешь. Коля, я уже вижу. Просто тактика одна и та же, так думал все вот. Раз, два, три, четыре. Я правильно понимаю, что у тебя 5 отрядов лучников? Или 4? Ну да. Так, ну вроде как все. Я сейчас кое-что нажму. Теперь да. Угу. Ну, я нападаю. Мне тяжело представить, как я буду свою орду троллей в обороне вести. Нифига их. О, так ты выбрал именно Эриадорские войска. А там и других не было, надо было там поставить на галочку все эти поколения, понял, тогда был бы у меня бы Арнор. И сколько ты золота потратил на свою армию? Да, ну с улучшениями, ну, 1030, может поменьше, точно сказать не могу. Я сильно не следил за этим. Ну да, у меня тогда преимущество, потому что я потратил все свои. Всю свою денежку. Ну получай теперь от троллей. Катапульты решил не брать? А я ими не люблю осадными орудиями пользоваться. Не вижу особого сильно в них смысла. Яуч! Троллики, вы чё дохнете? Там что, стрелки такие? Да, самые лучшие. А ну не сметь умирать. Ну, блин, разбросались. Ладно, сейчас тяжелую пехоту впустим. Ну, блин. А, это у тебя следопыты. Нет, эльфийские рейнджеры, ого. Шикарно. Я таких и не видел. А их там в компании в начале там дается, нет, ух ты ж. Конница, беги. Бегом. Тролли, я на вас полагаюсь. Сейчас посмотрим по потерям. 1-21. Ну там. Конечно, весорубы меня не оправдали, как я надеялся. Не, ну чё, я смотрю на свои отряды, у меня тут есть
те, которых уже 4 тролля, а было 10. Мне сейчас важно, чтобы как минимум 50% твоих погибло. Если меньше 50, то это может быть жесткий фейл. Тролли, конечно, лучше бы в чарджи использовать, в натиске, но только пока их выведешь. О, еще и Балрог, зашибись. Да, если вдруг у тебя что-то останется, то... Ого, а он еще и стреляет. Слушай, он так и стреляет, сейчас попробуем. Так, не надо мне туда стрелять. Реально стреляет. Сейчас родит. Ого! Крутой, не, ладно, я стрелять не буду, это неинтересно. Но факт в том, что он тут тоже стреляет. Прокачанный. Тут одним Балрогом можно затащить. Да, ну давай. Слушай, а если Балрог стреляет, ну Гэндальфа правда нету, в такую битву не введешь. Так, понятно, отбегите мне. В общем, ты попал. Ну что, я держусь до последнего. Я думаю, ты это уже понимаешь. Ладно, да. В следующий раз надо будет 10 тысяч выставить и попробовать повоевать без всяких там троллей, шмолей. Из-за этого сейчас вот у меня тоже в компании сейчас эта сложность там. Вот олухай всякие появились у Мордора. А у меня вот эти ополченцы. Ты в ком играешь или через МОС играешь? Какой ярлык запускаешь в своей компании? Ну, МОС. Угу. Просто в зависимости от ярлыка будет и... сложности. То есть ФОМ это надстройка над мост, то есть там дополнительные возможности появляются, ну и варианты, соответственно. Молодцы. Кто-то недавно держался до последнего, теперь убегает. 9% моих сложили свои головы. Я теперь не понимаю, как, когда в этом в расчетном бою играл, вот там на меня нападали мунгисты горы, у них численное преимущество, как-то побеждали. Хотя там опять вот эти всякие ополченцы, все такое. Ну, столько троллей, я думаю, на тебя не нападало. У меня, считай, 8 отрядов троллей, и чисто ими я танканул. Если бы пошли мои мелкие... Не, если сначала. Мелкие, эту оборону тяжело прорвать. Это я уже из 100 раз пользовался, и это уже проверено против пехоты. Конечно, вот эти, они их сразу же сбивают с ног и... Ну да, получается. Просто что троллям пофиг. Они, во-первых, быстроходные, то есть особо сильно обстрелять ты их не сможешь. Если бы ты залпанул пару-тройку раз, то я видел, что 4 или 5 выкосило из одного отряда. Ну, там видел. Я аж прям закошмарился, думаю, да что же это такое? Ах, ты ж Коля-то забыл! Ё-моё, дурак. Взял прямо на Коля свою жизнь налетел. Да-да-да, это такое дело. Конница, держись. О котором важно помнить. Ну, блин, и конница побежала. Ну, ладно. Но это, видишь, это тут ситуация, когда твои 30 тысяч сражаются против моих 50. Плюс у меня убер-отряды.